Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Мандай, и мы продолжаем Средиземье Тени Мордора. Тем не менее, ребята, я решил немножко уменьшить качество, потому что, ну, не знаю, в чем проблема, но 5 гигабайт на YouTube лились где-то 6 часов. Это какая-то жесть, не знаю, она появилась совсем недавно, я не знаю, с чем это связано, с интернетом все, в принципе, нормально, но... Какая вот такая вот загогулина получилась с Ютубом. Но, тем не менее, если вы помните, у нас тут был Голум. Я думаю, стоит проследовать за ним, так как все-таки желтый знак, значит сюжетная кампания. Давайте поглядим. Подозрительный попутчик. Начнем-ка. Ну вот он. Наш маленький зеленый дружок. Вы привлекли внимание какого-то очень странного существа. Выследите его и выясните, что оно о вас знает. Что оно может обо мне вообще знать на самом-то деле? Любопытно, что за... Замурыш ныряет там в тени. На нем оставило свой след нечто, обладающее великой силой. Я это чую. И ты чуешь, что он знает ответы? Для нас обоих. Тогда надо его найти. Это будет несложно. Дополнительно еще и освободить. Эти следы не похожи на человеческие, и на звериные тоже. Еще одна причина выяснить, в чем тут дело. Это хоббичи. Я так понимаю, в режиме призрака мы способны видеть следы. Ну давайте. Бам. Даже изгой не заслуживает такой судьбы. Похоже, цепи человека всегда заканчиваются кандалами, блин. Или кулаками. Что-то я не успел прочитать. Так, ну мы, короче, одного освободили. А их-то еще тут немало. Берегись, это существо навлечет на нас беду, блин. Так, а я что-то не наблюдаю. Еще рабов. Попутных. Хотя, вон там что-то есть. Это может быть бедный раб, прикованный куда-то. А здесь? Нету ничего. Так, сюда я видел здесь подсвечено что-то. А, это бочечка. Это была бочечка. А вон людишки. Так, подождите, подождите. А получится ли их всех? Бам, понятно. Но они-то пока не знают, что мы здесь. Они даже не подозревают. Иди сюда, братишка. Блин, куда ты побежал, скотина? Блин, не успел. Бывает. Мы делаем так. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. И вот так. Побудненько немножко. Мозги вышли, придурку. О, успели. Не, браток. Спороем тебе брюхо. О, жирненький, смотри, какой орк. Истощать врагов и восстанавливать эльфийские стрелы. Где же вы раньше были? Ну, норм. А я-то не знал, блин, думал, так вот собирать, расследовать надо их по точкам. А оказывается, все гораздо проще. Сорван нефридил. А мне кажется, что я куда-то далековато забрел. Нет? Так, я, кажется, вижу голумские следы. Они ведут куда-то дальше, но мне туда не нужно пока. Я чувствую, что он знает обо мне больше меня самого. Откуда этот звереныш может знать о призраке? Он как-то связан со мной, я это чувствую. Видимо, некой магией. Потусторонней магией. Давай мы одного призовем. Так, он вроде бы нормально сейчас выбежит.
Да какого хрена? А, сейчас будет весело. Держал. 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 На. На. И надо немножко стрел. Казнь на месте. Ой-ой-ой-ой-ой-ски. Ты что из него харист решил? Ты смотри, ты ему всю харю заляпал, его вонючий, черный, орчью кровью. А, ну и всех заодно спас. Ну так, чисто так получилось, да? Большой куш был. Ладно. То теперь можем, короче, отправиться на поиски нашего голумца. Нашего голубца, так сказать. Сюда забрался. Стены для него не преграда. А что это он тут, интересно, ищет? Мимо всех орков прошмыгнул. Так, тихонечко, не упади. Путь этого существа сулит немало опасностей. Черви, предупрось, выдают слабости капитана. Ну что, попробуем? Добыть некие сведения. Мудаков, блин, довольно-таки многовато. Не получилось, не получилось. Подожди, братишка, сейчас мы с тобой потолкуем. Сюда. Загляни мне в жопу. Жопа! Собранные сведения расскажут вам о преимуществах и слабостях капитанов. Используя слабость капитана, вы легче с ним справитесь. Уязвимость означает, что капитана можно убить с одного удара, действуя определенным образом. Например, капитан, уязвимый скрытому нападению, будет мгновенно убит ударом из режима скрытности. Потрясающе. Мы об этом знаем. Этот хрен далекий. Этот и того дальше. Ну давай о нем. Капитан-ветеран. Значит, уязвим для атак ездовых зверей. Значит, нужно убить, натравив на него своего ездового зверя. Боязнь карагоров. Пугается при виде карагоров. Неуязвим к обстрелу, блин. Неуязвим для скрытых ударов. Закаленный в боях, его сложнее убить и, возможно, потребуется нанести добивающий удар. Регенерация. То есть, дружище, тебя нужно жрать. Что у тебя с носом? Какая-то рвань. Третий глаз. Ну нахрена, только ты ему сделал пластическую операцию, так сразу бошку отрывать. Ну, непонятный наш товарищ. Я уже забыл, как его зовут. Талиан, что ли? Так, и этот мохнатый наш... Точнее, как он мохнатый, блин, он дал три волосинки, блин, на тех кудряшки. Зеленая трава. Кстати, по-моему, ее надо по мини-квесту собирать. Испытание, точно. Трубочник. Латронт. Следы этого хорька ведут прямиком в пещеру Карагора. Вон он удирает. Падла, иди сюда. Ого, летучие мышки. Привет. Перейдите в мир призраков. Мудак натоптавший. Чего, блин, чего, блин? Форс-мажор, блин, Дармаму. Этот хрен здесь лязгает повсюду. А как он так быстро набегал тут? А это что такое? Светящаяся магическая руда. Я думал, он меня в принципе не услышит, можно особо не скрываться. Откровенно говоря, немножко неудобно. Я жму shift, думаю, что он побежит, а он на самом деле начинает красться. Это как-то немножко неправильно. Да. Ну и чё тут? Блин, тут нифига не видно.
По следам он пришел сюда. Это что забрать? Что забрать? Кольцо? Фенечка. Ой. Твою мать. Всякое говно. Лапаешь руками своими. Что это за заклинание? Утерянное наследие, Талиан. Ты вспомнил? Несколько разрозненных образов. Но лучше бы я их не вспоминал. Твоя семья, их. Возможно, именно эта боль объединяет нас. Вас обоих предал. Ах ты, сучёныш, а ну сюда, мразь! И чё на это, урод? А, ты котика призвал. Чтобы перейти в режим стрельбы. Сильного выстрела, максимум. Ага, скорее он бегает. Ну, пойди сюда, мой маленький сладенький. Где эта тварь вонючая? А, они бегут. Ликвидируйте врагов. Поддержал. Постарайтесь быстрее уничтожить охотников, чтобы уклоняться от копий. Нажмите пробел. А, они еще копья мочат. Ну, их тут дофига с копьями. Ну, мы их первыми и вырубим. Твою мать. Держал. 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 Отлично. Твой трусливый заморыш ныряет где-то неподалеку. В какую-то жопу, как обычно, забился. Он вспомнит прелесть. Мы заставим его. Да, да. Мы должны вернуть его. Мы должны. Тише. Тише. Прелесть. А ну иди сюда. Думаешь, как-то мне легче подкраться, а? Нет, не надо нас обижать. Спроси его про драгоценность, что он про нее знает. Светлый хозяин. Да, мы знаем, светлый хозяин приходил к нам в наших снах. Ты? Ты меня видишь? Грязная тварь. Все, будешь на три пак сдавать, 40 уколов в живот, он же бешеный. Ты что, не видишь его? Прелесть она показала нам. Она показала нам сокровище светлого хозяина. Хватит загадок. Да, мы клянемся. Мы клянемся служить светлому хозяину. Мы отведем его к его сокровищам. Голан, Голан. Кабырка. Блин, я вспоминаю гоблинский Властелин Колец. Не доверяю я ему, братан. Он нам нужен. Разве ты не хочешь узнать, кто я? Да хер с бугра, как обычно. Дополнительные задачи. Охотничьи испытания. Так, мы где-то на кого-то мы охотимся, где-то рядом. Победите магу кровавого охотника и получите особую награду. То есть он где-то за спиной, а голому шкуродёр, ну я понял, а он здесь или он там? Он же не в пещере. А нет, вот именно задание. Давайте попробуем, правда оно красное, я чувствую, что не осилю я его. Маг у кровавого охотника, ну давай. Победите магу кровавого охотника и получите особую награду. Капитан элита. Ну давай. Попытаемся. Если нам... Ой. Магу кровавый охотник. Ну я думал, скрытно ему не поможет его убить.
Оп, тихо. Сейчас мы, короче, делаем вот так вот. Раз. Два. Три. Ход один останется. Конечно, нужны стрелы, как иначе. Свинья, не смей убегать, и я буду гнаться за тобой по всему Мордовилю. Ух, ни хрена себе. Он охренел меня так мутить? Эй, это чё? А, не та кнопка, твою мать. Монсфер, скоро уру командовать многими уроками. Убить больше людей. Убил вас. Сейчас. Моцфилл хапнул силы. Стал капитаном. Офигенно. Уроки, которые собивают, могут бросить вызов кому-нибудь из капитанов и оспорить его место в армии Саурона. Если он победит, то получит повышение, обретет большую силу. Нет, этого и не хватало. Пожалуйста, только не с башни. They are lights to guide us in the land of shadow, where all other lights may fail. Pale reflections of the light of the two trees. Сейчас бежать налево. А это что, башня кузнеца? Это же, блин, не активировал. Надо пойти активировать тогда. Что за а ну отпустить народ. Жрать будете потом. Да блин, дайте замочить уже урода. Так, стек, сейчас будет комбо. Так. Бам. Держал. Оба. Да-да-да-да-да-да-да. Между, знаете, двух полушарий мозга. Ну, по крайней мере, на то было похоже. Так, трубочник. Это пока не нужно. А тут где-то цветочек. Да что ты хватаешь там? Бери цветочек-то. 5 трубочник. Лотронд. Все. Испытание выполнено. Обождите. Куда ты побежал, ядрен батон? Нужно назад. Привет, ребята. Но с вами... Да твою... Твою визию. Я же хотел забежать туда. Хрен. На. Есть, успели. Красоты. Позвонки сломали. На, держал. Ну и что, ходи искать, что нельзя. Ладно, башня кузнеца рядом. Так, смотрите, испытание выживания. Бам. 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 О, не херачит этого самого. Ну, херачит. Какие кошаки странные. То ли они за них, то ли против. Так, воскуем же. Бабам. А что он перековывает, я так и не могу понять. И в любой момент, если вы не в бою и не в здании, вы можете быстро перемещаться между башнями. Кроме того, после смерти вы будете возрождаться в ближайшей открытой вами башне кузнеца. О, как. В башне кузнеца
Вы также можете ускорить события. Для этого выделите открытую башню и нажмите «Я». Ускорение событий означает смену времени суток. При нем завершается очередной этап борьбы за... борьбу уруков за власть. И вырастут новые травмы. Классно. Борьба уруков за власть. А ну надо. А, нету стрел, отлично, отлично. Так, подожди, подожди. Так понимаю, собачку просто так мы не уделаем. А нет, уделали, смотри-ка. Да ё-моё. И он же жив остался. А, ну давай тогда сведения получим. Эдвана Колометно. Бывало Колометно, да? Глук, медный череп. Ладно. Потрясающая анимация. Нормально. Спрыгни ты уже с этой байды. Так, а вот, вот что вот это за знак? Открыть способность. Какая способность? А, начинается. Яд. Вы можете отправить, отравлять бочки с Грогом. О, геморрой. Удар из тени. Вы можете потратить две эльфийских выстрела, чтобы телепортироваться к выбранному врагу. Нажмите это, и я. То есть это как бы избить его с ног там можно. Молодец. При заряженном счетчике серии ударов нажмите К, чтобы вызвать взрыв, который оглушает врагов и наносит урон. К, я далеко, на Эрка. Норм. Охотник на крагеров. Умение контратаковать крагера. Если вы при этом зверя удастся оглушить, его можно седлать. Блин, давай. Ага, даем. Сначала выполни задание. Там уже будем давать. Все, что хочешь. Требуется предыдущий навык. А, ну давай, стрелы, да, классно. 300. Что-то там у тракториста. Доступна выемка, нахрен. О, подожди, подожди, подожди. А, руна на мече. Ну давай, руна на мече. Руна в жопе, руна тут. Руна там. Прогресс. А, теперь оружие. Руны надо что-нибудь поставить. Появилась надпись. Матершины какие-то буквы. Так, сюда. И что, выберем? Это установлено, это нет. Добивание. Уменьшить на 50%. Получено в ближнем бою. Никогда не сдавайся. Используй последний шанс в бою еще раз. Давай. Так будет, по-моему, лучше. А, блин, там же еще... помимо меча, лук, еще на луке всякие буквы. Пустые. Паш. Вероятность восстановить 4 физических выстрела после применения истощения. Или клейма 30%. Ну, состояние. Ну, в принципе, давай. Еще клинок падшего сына. И мы поставим, скрытый клинок, скрытое убийство. Чего? Неуязвимость к ядам. Давай. Будем неуязвимы к ядам. Это не могу понять. Вот этот знак есть. Вот на карте. А где он? Что это? Я вот не могу понять. Что он означает? Что здесь? Где? Что взять? Да. Ты чё, херел что ли, братышка?
Ну все, пипец подкрался незаметно. А мы здесь, нам надо поворачивать, что ли? Получается, да? Поворачивать взад. Взад поворачивать. Бежать сюда и, по-моему... Я правильно бегу вообще? Еще раз сверимся с картой направо. Да-да-да, блин, они регенятся очень быстро так, знаете, ладно бы убил и больше бы не появлялся он, или там минут через 10, условно, но не так же быстро. Буквально отбежал, они уже респаунятся, что это за фигня? Здорово, хлопчики. Удивлены? Я сам удивлен, что я не в ту сторону бегу. Да, блин, я же нажал. Бам-бам, ну вот, успелось. Ну, не показали, что за фигня, что за цензура, пацаны. Не гоните так мутеть. Давай немножко травы, муравы. О, у нас здесь достаточно стрел, если повезет, то убить всех. Походу, ни хрена нам, ребята, не достанется убийство всех, потому что стрел нету. На карте что-то есть про стрелы? Нету ничего на карте про стрелы. А, еще. Ну... На, да хреново на самом деле. Там у меня хоть стрелы были, был хоть какой-то шанс. Ну как какой-то, довольно-таки увесистый шанс был. А как сейчас без стрел? Кого мне, блин, истощать-то? Ну, давайте попробуем без стрел. Может получится. Будем весьма внимательны. А, нет, стрелы дали, стрелы дали. Сначала убить всех уродов. А, понял. А потом вот этого мудака. Держал. Держал. Еще держал. Наблюдаю внимательно. Понятно, объясняю. А, одно стрелы ломаются. Шо, эй? Глупый Тарк, смотри, сколько нас там. Сколько вас там? Никого же нету. На. Получилось? Нет, добивание на него не действует. Хер, вот эта штука действует. Ослабленный капитан. Истощить тебя, братишка. А, тогда ножичком пронем. Да, от него реально два удара и пипец. Экспириенса до хера дали. Левый контрол. Жалище, легендарку еще дали, нифига себе. А ну глянем. Кинжал, единственное, легендарное. Неуязвим к ядам, все равно долбанули, то, наверное, был не яд. При скрытом убийстве восстанавливается 5 единиц здоровья. Ой, как это круто. Прям капец. 5 единиц здоровья при скрытом убийстве. Все, выбегаем отсюда. А что у нас с основной задачей? Простите. Что требует основная задача? Я что-то не всекаю. А как задание? Что за приложение? Нет, это не то. Армия Саурона, улучшение.
Два очка, кстати. Давай. Контратакуем. Потом пробелы. А где она? Армия Саурона, карта. Узурдан. Узурадан. А кого? Вот их, не, это их не надо, это раныч. Вот это что за значок? И Тильдин, награда 50. Он может быть невидимый? Может быть. Или мне сюда надо? Уроки Саурона ведут бесконечную борьбу за власть, которой слабым оркам приходится... Наверное, туда. Но тут, блин, бежать так, так, так. А башни-то там нету. А нельзя вот так вот сразу же... Че, блин? Можно. Потрясающе. Я просто будоражит воображение. Сюда, значит, да? Да, ну, в принципе, отображается, куда бежать, так что мы пойдем туда. Эти, блин, котята бегают. Напрягают уже. 4 штуки еще. Чуваки, вам не жить. 5, 6. Что происходит? Откуда? Ну, хорошо, что мы безлимитно умеем бегать. Да, так здесь мы не палененько. Что-нибудь намутим. Успели. Какого хрена? Надо же, не успел. Ну, блин, я же нажал на гребаные. А. Давайте посмотрим, как выглядит этот новый. Сука! Новый удар, как выглядит, не посмотрел за тебя, мразь. Не, ну нервирую такая хрень. Держал. А, все супер-пупер ускорение. Хоп. 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 А, во как. Ой, куча орков, обладающих сведениями. А могу здесь пройти? Сейчас по-тихому вот так вот. Вот так вот. Чего, блин? Какой еще благородный хунгард? Подуешь, ты знаешь, какой рот. Да-да-да, сбежится весь Мордор. Так, хорошо. Аккуратно. Аккуратно. Подождите. Текс, текс, текс. Держи, держи, тут, ребята, очень серьезное дело. Ах, убил не того. Да вы охренели все. Держал себе, а? Нормально тебе там, в крестинку. Они меня херачат. Ах ты гребаный урод. Пробел. Держал. Еще раз, да? Шо-шо-шо. Ой, успел доля секунды. Просто доля секунды. Но у меня больше шансов нету, ребята. А, Муглук поэт. Чё ты там вырвать? Настал смертный час, согласен.
Идите вы все в задницу. У меня вообще другие планы были. Тут у вас, смотрю, серьезный гарнизон, я что-то не туда пошел вообще. Опа. 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 Где-то здесь есть вон травка. А подожди, тут травка. Но зато мы двух уродов опознали, так сказать. А он еще есть. Мы, в принципе, как раз и воспользуемся. Надеюсь, тут половина гарнизона не сбежится. Жму гребаная К. Да, не знаю, почему не сработало. Так, так, осторожно. Еще и те подпирают. Ну почти напополам. Не, реально напрягает как-то до хрена сильно. Ну чем-то напоминает боевка с Бэтмена, что ли. Вот что-то где-то рядом с Бэтменами. Осторожно. Да не того ты вообще душишь. Та-ра-та-та-ра-та-та. О, успели. Нифига себе. Тихонечко. Блин, и что убил нужного мне? Понимаете, тут все просто напрасно идет. Просто напрасно, а. Хотя, можем, в принципе, узнать у тебя что-нибудь. Там уродов всяких. Дугза. Поскребыш. Задницы поскребывают или где там, чего так назвали, хреново. Ладно, идем на задание, чуваки, на этом закончим, в принципе. Посмотрим, что это за стычка такая. Наш сюжетная крепость, западный Дурдхат. Чего, подвига следопыт? Подожди, ты, мне кажется, пытаешься впарить какую-то дичь. Тут же у нас он. А, спалился. Священные яйца монаха. Хм. Неплохо. Позиция твоя довольно-таки удобная. Следопыт, разрежь веревки. Крысарь уже 2 месяца не облегчался. Чего? То есть у вас еще и вот такая была тема. Через камни. С этим приманки, чтобы привлечь. Нет, чувак, не помогает. А, вот оно. Уроки Саурона ведут бесконечную борьбу за власть, в которой слабым оркам приходится туго. Узнайте, как силой призрака извлечь пользу из этой борьбы, как
сломить волю противника и развалить вражеское войско изнутри. Один из этих орков особенно выделяется своей слабостью на фоне сородичей. Давай. Удивляй. Следопыт, подойди ближе, если хочешь добраться до черной руки. Эти грязные рабы льют яд тебе в уши. Но если перережешь веревки, крысарий все тебе расскажет. А если я перережу тебе горло, блин? И что такого ты знаешь, чего не знали эти мертвые орки? Давай, скотина, сделай это! Я умру, а ты ничего и не узнаешь. Возможно, я исполню твою просьбу. Прерву твою жалкую жизнь. Не-не-не-не-не, браток, не надо. Я просто дурачился. Этим рыбам не совладать с армией орков. Их план воняет, как бочка с рыбой. Но крысарий расскажет тебе о привычках орков. Крысарий знает, как сделать, чтобы твой план сработал. Поищу тебя в заднице, чертежи. Так, выберите Гарота с помощью циф. Соединение Гароте. Гарот укротитель Карагаров. Карагоров. Ну, такой себе дядька. Кого-то он мне напоминает. Из улицы разбитых фонарей. Помыслы. Хочет оседлать какого-нибудь зверя. Находится здесь. При допросе можно что-нибудь узнать. Конечно. У Гарота есть слабость, которую вы можете использовать. Так, он уязвим для ездовых тварей и боится краков. А, преимущество. Он уязвим к обстрелу, мощный удар. Главарь. А, мощная атака в ближний бой, которую нельзя заблокировать. Вот что он мучит. А у него есть группа соротников. Помните, большинство слабостей можно использовать лишь заранее, собрав у них сведения. Понятно. Пшел вон отсюда. Стирай носки. Придется. Вожди, вот кто стоит у тебя на пути, следопыт. У них большая сила. А если с ними что-то случится, они не смогут подавить твой маленький бунт, верно? Я бы их выследил. Как? Их тут не особенно любят. И это они знают. Но ты ведь можешь их найти. О да, крысарь укажет тебе путь. Поможешь мне, а я помогу тебе. Только не вздумай меня обмануть, а то сделаю обрезание. Ой, хорошо. Ну довольно болтовни, да? Сначала надо разобраться с одним из мерзких капитанов и несколькими крагорами. Идем со мной, следопыт. Эти гоблины, они, знаете, очень подозрительные. Следуй за крысарем. Нельзя им доверять. Эти рыбы ударят тебя в спину. Урук хотя бы нанесет открытый удар. Скорее всего, в горло. У нас общие цели, следопыт. Ты хочешь убить капитана, а значит его место займет кто-то другой. Например, крысарий. Значит, Гарот всем командует? В этом лагере, да, но он не вождь. Вожди подчиняются черной руке. Я им всем покажу, когда стану приближенным черной руке. Капитан — это первый шаг в плане крысария на пути к званию вождя. Тогда будь готов наступить ему на горло. Как тебе удалось освободиться, вонючка? Вонючка, это все, что ты мог выдать. Щитоносцы отражают лобовые атаки, поэтому их нужно атаковать сзади. Есть все рядом с принижением пробел. Так, держал. Нормально. Че он там проследует? Крысарий под ударом.
Кого ты там начал трогать, урод? Еще крысария дебильного защищать. Все. Неплохо справился, следопыт. А теперь представь, что все эти трупы Гарата. Это называется визуализация цели. Город годами унижал крысария. Вонючий кусок дерьма, вот к вам такой. Крысарий вечно нам приходится драться. Но крысарий никогда не побеждал. Однажды он пинком загнал крысаря в яму с Карагаром. Все смеялись, когда Карагор трепал крысаря, словно тряпичную куклу. А Город заплатит еще как заплатит. Город держит Карагоров в загонах. Говорят, он старается не подходить к ним близко. Дай угадаю, ты хочешь, чтобы я открыл эти загоны? Город всегда там, никогда не уходит. Интересно, а куда он... Справляет нужду. Что от меня? Так вот откуда эта вонь. Не высовывайся, я отправлю твоего капитана в отставку. Блестящий план, ты убиваешь, я жду. Гениально. Капитан Город впереди, у меня аж слюнки потекли от нетерпения. Слюни мести. Идрид, что ты несешь? Слюни мести. Так, немножко повырубаем. Что-то многовато тут. Ходит, бродит всех. Да, их тут много. А мне, в принципе, аж туда надо. Возможный лучник. Это проблема. Проблемы меньше. Улии. Здесь еще есть улии. Вот подходящее место, чтобы поспать. Город убьет тебя, если застанет спящим. Город никогда сюда не приходит. Он вечно околачивается возле охотничьей... Короче, изгороди. Город в охотничьем лагере. Тупица всегда торчит в одном месте. Что за капитан, который боится своего ездового животного? Страх мощный инструмент, Алиан. Пусть страх Города Чё, блин? Короче, поможет нам. Ага. Теперь туда идти. Сведения. Нахер на эти сведения? Ой, это уже Assassin's Creed, откровенно говоря. Тихо. Так, отлично, пронесло. Ну, туда надо. Опознать Города. Мы уже близко. Кто из этих уродов Город? Че, блин? Горов. Укротитель Карагоров. Понятно. Надо... А тут есть загоны, вольерчики вот эти вот, со существами? Что, в натуре меня спалил? Подожди. Пока мне все происходит по-тихому. Ну засыкатный товарищ. Твою мать. Пробел, чего? Так, находясь рядом с врагом, держи пробел или его кожу, провести удар в броске. Ну, короче, удар в броске. После завершения борьбы за власть, вы получите краткую сводку о произошедшем изменениях в армии Саурона. И чё это за байда? Так я уже, блин, это же делал. Нас заставляют это сделать.
Здесь наглядно показывает, как работает их Nexus. Ну, повысился. Эй, браток. Алло, вы двое. Да проснитесь, вы уроды. Тащите труп в мою палатку. Сделай из него трофей. Проваливай, ничтожество. Мы подчинимся только Гарроту. Вот этот вонючий труп, который вы должны перенести. Давай, шевелись. Заткни свою грязную пасть. Повежливее, жуки вонючие, иначе ваши усы станут следующим трофеем. Уже, блин, горло болит. Теперь, крысарий, ваш капитан. Ладно, давай посмотрим. Да тут тоже. А когда вы с этим закончите, вас будет ждать еще больше трупов. Встретимся на перекрестке, мой старый друг вот-вот потеряет там голову. Ну, такая вот загогулина. Сперва меня воскресил призрак, теперь я якшаюсь с орком. Что же будет дальше? Нужно обратиться против врага и его же оружия. Орки ненавидят друг друга почти так же сильно, как нас. Baby Little Mordor. Свистнуть. Ну, дали награды, вот наконец-то появились продолжения, 3 квеста. Сюжетные, 2 еще непонятных. Ну, в общем, давайте, ребята, на этом покончим. Немножко устал и горло болит, много базарить. Водичку забыл поставить. Ну, честно, скучный был эпизод, что-то он какой-то бебл. Ну, думаю, дальше будет больше, лучше, интереснее, я на это просто рассчитываю. Ну, в принципе, игра, она такая вот и однообразна в своем таком... обличье. Единственное, что вот сюжетная линия, разве что ради нее, ради интереса, что будет дальше, что будет в конце, как будут развиваться эти события. Вот. Ну, как-то так. Короче, рад был с вами всеми, ребята, пообщаться. Ну, давайте вот, в общем, пойдем активируем кузнечную башню, и на этом все. Все, это будет наш путь. Твою мать, опять как-то запутался я в этой карте. Прямо. Давайте пока так аккуратненько пробежим все это дело. Это смело, однако. Давай еще одну скинем им. Оба. И понеслась, душа в рай. А, вот здесь прям. Близко. Призрачный башен. Здесь он что-то кует, я так и не могу понять, что. По яйцам ли он своим бьет. Открыто. Это башня из эльфийских камней. Они сверкают так, словно сотворены из света. Ага. Базаришь тоже. Ну все, дорогие друзья, до новых встреч. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.